Работать информационный центр начал ровно в 7 утра. Его основная задача – получать информацию с территории и делать ее достоянием общественности. На экран в режиме реального времени выводятся данные по каждому району, городу. Диаграммы, карты, статистические таблицы наглядно демонстрируют, как голосуют оренбуржья. Работа в областном избиркоме кипит целый день. Тут следят за явкой, отвечают на немногочисленные заявления о нарушениях. Одним словом, держат руку на пульсе. На сегодняшний час подведены предварительные итоги явки избирателей, она составила чуть более 15%. Ну, это нормальная цифра. Ровно в 8 все избирательные участки, которых по области работало более 1700, закрылись. А в областной избирательной комиссии началась жаркая пора. Аппарат избирательной комиссии сейчас включается, что называется, в активную фазу. То есть мы будем непосредственно на связи с участковыми комиссиями, с территориальными комиссиями, для того, чтобы, во-первых, получить от них первые данные о проводимом подсчете голосов, а также оказать иную, например, консультативную помощь при, например, введении в ГАЗ-выборы. Данные из территории продолжали поступать и поздним вечером. Сотрудники избиркома покидать свои посты не спешили. Отправиться домой им удастся только после подсчета всех голосов оренбуржцев. Карина Тимкова, Анна Золотухина, Семен Воробьев. Новости дня.